Пути снабжения перерезаны. Им не доставляют ни продукты питания, ни боеприпасы. Сейчас там формируется колонна для прорыва. То, что они находятся в двойном кольце, выйти им нет шансов абсолютно. Единственный шанс остаться в живых, я уже об этом говорил не единожды, это сдаться. Но они не считают, я так понимаю, это предложение возможным для них. По всей видимости, на данный момент сейчас по ним наносится удар. Я думаю, вы слышали несколько минут назад, по ним работает наш спецназ, работают практически все группы, которые там сосредоточены, в том числе и артиллерия. То есть идет огневое поражение. Они заблокировались в старом терминале. То есть у них практически нет шансов на то, что они останутся живы.